Симуляция жидкости. Общие параметры объектов жидкости. Объекты жидкости имеют разные типы. Вот они, весь список. И они имеют одинаковые параметры, некоторые из них. Например, флюид имеет параметр volume initialization и параметр export animated mesh. Также такие же параметры есть и optical, и inflow, и outflow. Но я объясню только один раз эти два параметра, чтобы потом каждый раз для каждого объекта не объяснять это для всех. Volume initialization – это инициализация объема. По умолчанию стоит volume. Это значит, что при типе fluid объект, к примеру, голова обезьяны, при создании жидкости будет использовать только объем этой обезьяны. Для этого сейчас запечем, чтобы посмотреть, как оно выглядит. Вот. Объем жидкости одинаков, но совпадает с объемом исходного меша. Если выбрать тип shell, это значит, что при инициализации будет создана только пленка на объекте, как будто бы объект покрыт водой. Ну, не водой, а жидкостью. Поверхность объекта покрыта тонким слоем жидкости. И внутри он будет пустым. Вот пустота внутри. Пузырек получился. Это значит, что при таком типе инициализации объема объект, исходный mesh, покрывается пленкой. А босс — это одновременно и объем, и использоваться будет, и пленка. Внутри пузырька уже не будет. И второй параметр, который я расскажу. Это Export Animated Mesh. Если mesh имеет только объектный, если mesh анимирован, не mesh, а объект жидкости. Вот Fluid, Optical, Inflow и Outflow. Вот эти четыре объекта, типы объекта. Анимированы, то если анимация имеет только объектное преобразование, то галочку здесь ставить не нужно. Но если анимация этого объекта происходит с помощью деформирующих модификаторов, это арматур, или с помощью shape keys, меняется позиция вершин, то нужно ставить export animated mesh, чтобы во время симуляции учитывалась не только исходная геометрия, позиции вершины исходные, но и анимированные костями или шейп-кизами. Если происходит деформация меша, то нужно ставить здесь галочку. Иначе, если галочки не будет стоять, то меш будет вот таким вот во время симуляции, независимо, как деформировала кость или нет. На этом, в принципе, урок закончен.